Ну что ж, дорогие друзья, вот мое чудесное большое лицо. Ну, оно, кстати, не такое уж и большое, оно вот примерно на половину экрана. Но очень многие, кстати, визажисты говорили мне о том, что у меня большое лицо. Но я не знаю, зачем это делали. Наверное, они хотели как-то меня уязвить, но у них не получилось, потому что я, в общем, довольна своим лицом. И даже об этом говорю, дорогие друзья. Но мне есть чем сравнить, насколько мое лицо большое, потому что у меня появился сосед. Тема нашего сегодняшнего эфира. Это очаровательный диджей Фил. Мне он сказал, что могу назвать его Филипп. Вообще. Вот. Дорогие друзья, это Юмор ТВ. Фил, ваши аплодисменты. Собственно, если вы сидите сейчас перед экранами наших чудесных телевизоров, ваших чудесных телевизоров, вы можете смело это сделать. Сегодня вы мой сосед. Да. По парте, по столу. Взаимно. Я еще не сказала, это приятно или нет. Но я могу сказать, что это приятно, потому что, ну, очаровательный молодой человек, высокого роста. Между прочим, мы с ним встретились сегодня в туалете. Да, и он загородил своей большой спиной умывальник. Я хотела помыть руки, я смотрю, такое большое существо мужского пола. И я знаю, что у нас на мьюзикбокс таких высоких нет. Кто это? Подумала и сказала, ой. Он обернулся, в общем, дал мне пройти, как джентльмен, по башке не стукнул. Ну что ж, Фил, я Оксана Устинова, либо просто Устинова, но вообще мой псевдоним творческий Устинова. Вы можете фамильярничать, вам сегодня это положено, вообще положено, можно так сказать. Тема такая: соседи, любовь и ненависть. К ним или от них к нам? Или от них к вам. Меня интересует, какие у вас отношения с вашими соседями. Потому что я, вот, например, сейчас рассказала историю о том, что моя мама загуляла с соседом. Ну, загуляла это я, конечно, говорю, для красного словца, конечно, не загуляла, закрутила роман, и этот роман перешел в серьезное семейное отношение, и у меня даже появилась сестра, которая на 15 лет меня младше, вот ей в этом году будет 14 лет. Вот такая у нас история. Соседи у нас бывают разные. Я говорила еще о том, что раньше по старинке, когда мне было, там, я не знаю сколько, ну, 8-9 лет и до, наверное, совершеннолетия, я жила в Осетии, это город Владикавказ, и мы там смело могли ходить к соседям за солью, за картофелем, за морковью, за вообще какими-то бытовыми, не бытовыми, абсолютно разными вещами, и знали вообще всех своих соседей в лицо и по именам, и не только в нашем подъезде, в соседнем, но и вообще в соседних домах. Ну, правда, это было у нас так. Я знаю, что в Москве, в принципе, наверное, соседские связи не такие близкие, и они, в принципе, наверное, ограничиваются только приветствиями какими-то, да, если вы узнаете площадки своего соседа. Я не думаю. Это круто, я так много говорю, давайте я вам дам слово сказать, дам возможность сказать. Какие у вас соседи? Во-первых, я думаю, что там, предположим, в Советском Союзе с соседями были люди более дружными, наверное. Да, это правда. Это, наверное, так. Причем с соседями во всех смыслах слова. И с теми, кто живет в соседней клетке, и с теми, кто граничит с границей. Вы в зоопарке жили. Лестничные клетки. Да, лестничные. Сейчас, конечно же, посложнее. Сейчас не каждый сосед откроет тебе за солью, за сахаром. Уже не придешь, не постучишься. Да, может, и не подойдет даже к двери. Правда, да вообще, как бы проигнорирует, да, приходит. Поэтому сейчас так просто уже не пойдешь никуда. Но у меня с соседями... Вы знаете, складываются вполне нормальные отношения. Я их стараюсь не трогать, хотя ночью периодически я слышу, как кто-то где-то внизу, и это чувствуется даже не этажом ниже, а даже еще ниже этажом, кто-то поет очень громко, звонко, мужской баритон, уже немножко в возрасте, но приятные песни, но это ночью, часа в три, когда все спят. Да. Человек, ну, в это как-то время. Да, он чувствуется, у него есть хорошее настроение, у него такое настроено. И вот это бывает по выходным. И, ну, никто не жалуется, вроде бы он живет пока хорошо. Его да, не пока его с костылем не увидели соседи по лестничной клетке и по этажам, не только. Ну что ж, я думаю, что если вы так лояльно относитесь к этому человеку, то вы вообще прекрасные соседи. Я вообще, честно говоря, могу сказать, что я вообще по жизни достаточно лоялен ко многим вещам, которые происходят, которые могут быть не очень комфортными для других людей. Я так... А кто по гороскопу, не весы ли? Козерог. Козерог? Ой, ну козероги, в принципе, такие спокойные, да. Козероги зануды. Ну, зануды. Да, ну, это да, правда, да, потому что управляет вами Сатурн, а это вот, вы знаете, еще вас называют дедами. Не называют вас дедами? Пока нет, но... Ну, потому что козероги действительно занудные, они такие, как занудные, старенькие деды. Мы сейчас будем слушать вашу песню. Вот. Твою, можно на ты? Я буду рад. Вместе с кем она была записана? Давай тогда поймем, что за песня. So Lonely. So Lonely, да. Это товарищ, который живет в Англии, его зовут Крис Джонс. Ну, достаточно известный музыкант, вокалист, делал интересные треки и с самыми крутыми диджеями, Армином Ван Бюреном и так далее. В общем, это человек,
с которым мы записали трек в прошлом году, отсняли видеоклип, и в этом году его запустили, и он так получился интересный. Ну, давайте посмотрим, как интересно это получилось, и после мы еще чуть поподробнее поговорим о грядущих событиях в области диджеинга, электронной музыки, и не только электронной, но музыки. И соседей. Ну и про соседей не забудем. Про соседей, конечно, не забудем. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, кто еще не присоединился. Я посылаю вам эту информацию, чтобы вы сейчас шли в квартире, в холодильник, открывали, например, что-то покушать, и вдруг вас осенило. А, надо включить Юмор ТВ, потому что сегодня welcome show, у нас в гостях Фил, меня зовут Устинова, и прямо сейчас мы смотрим трек от диджея Фила. So lonely. Поехали. Ну что ж, дорогие друзья, и снова здравствуйте. Это телеканал Юмор ТВ. Сейчас мы уберем громкость. Чудесно. А это Юмор ТВ. Я же даже забыла, что хотела сказать. Зовут меня Устинова, у нас сегодня в гостях диджей Фил. Между прочим, посол доброй воли такого движения Dance for Life, танец ради жизни. Вот хотелось бы, чтобы ты чуть поподробнее рассказал, что это за движение для наших телезрителей, может быть. Вообще можно ли простому обыденному человеку попасть вот в это движение каким-то образом? Так как это движение является профилактикой ВИЧ, СПИД, туберкулез, соответственно, оно основано на людях, добровольцах, собственно, да, как волонтерах. Волонтерах, да. Поэтому, по большому счету, любой человек, так как это движение не российское, оно общемировое, оно пошло из Голландии, у нас появилось позже. Сейчас, по-моему, там стран 28 или 30, могу ошибаться, ну, короче, большое количество стран в нем находится. Соответственно, любой человек, который чувствует, что он хочет помогать в такой достаточно непростой сфере, да, то он... Вообще, людей, которые занимаются профилактикой ВИЧ-СПИД, их, в принципе, очень много, да, так или иначе. И организации, ну, вот одна из них. И вступить в любое добровольческое движение, по большому счету, несложно. Есть сайт danceforlife.ru, где там есть, ну, вся контактная информация. Ты представитель, скажем так, танцевальной медиа-структуры, да, вот в этом международном движении. Да. А какие мировые звезды еще принимают участие и также вот... Я бы сказал так, что изначально очень большое количество звезд поддерживает, но изначально лицом этого движения был диджей Тиесто, который мы все прекрасно знаем, который, кстати, скоро в Москву вроде как приезжает в гости. И он написал гимн, а впоследствии мы решили, что надо тоже сделать российский гимн этого движения. И с Владимиром Владимировичем Познером, который тоже является амбассадором послом доброй воли российского движения Dance for Life, мы записали трек, который является гимном, потом засняли видеоклип. И я был очень рад, на самом деле, что это произошло, потому что Владимир Владимирович, как любой состоявшийся человек, настолько занят и настолько у него день расписан, но так сложилось, что он приехал в Санкт-Петербург, и между четырьмя интервью мы выкрали время, и на фоне нашей набережной в Санкт-Петербурге отсняли кадры для видеоклипа. Было очень здорово. Ну, вообще, с такой персоной засветиться в одном клипе, он же там поет у вас? Он не поет, он говорит, да. Говорит. Читает. Да, назовем это так. Назовем это так. Дорогие друзья, у нас, к сожалению, на Юмор ТВ мы не подготовились немножко, потому что мы не знали такую сокровенную информацию, хотя она не сокровенная, да, но ты, наверное, не в каждом эфире о ней рассказываешь. Ну, да. Вот нам так сегодня повезло, но мы не можем показать этот видео, вы можете его легко посмотреть в интернете, на YouTube, где угодно. А сегодня мы будем смотреть другие клипы от диджея Фила и параллельно обсуждать тему соседи, любовь и ненависть. Рассказывайте, пожалуйста, о том, какие соседи вас окружают. Может быть, какие-то интересные истории. Я смотрю, уже на стене ВКонтакте какие-то небольшие вкрапления ваших историй появились. Кто-то просит пожелать удачи, завтра экзамен по математике. ЕГЭ, да, видимо? Ну, видимо, ЕГЭ, да. Немного волнуюсь, не смогу посмотреть до конца эфира, нужно готовиться. Люда Кейлосова, это, кстати, наша постоянная зрительница, тут уже у нас есть такая плеяда своих зрителей, которые смотрят... Фан-клуб? Ну, я не могу так сказать, потому что и находят время, смотрят, не находят, не смотрят, но все же уже какие-то имена примелькались, скажем так, и я их вижу не первый раз. Желаю удачи, что ж, попросили пожелать это удачи. Это очень важно. Спрашивают, что-нибудь будешь разыгрывать, есть такая традиция, уже иногда приходят к нам в гости также звезды различные, и иногда мы что-то разыгрываем, и это происходит по наитию, то есть вот... Что бы ты мог сегодня разыграть? И... Ну, если по наитию, то можно разыграть футболку, но если не по наитию, можно разыграть мой последний альбом, если не по наитию, да? А альбом есть с собой? Альбом, конечно. Ой, друзья, давайте мы разыграем, правда, альбом. Давайте самая интересная история о соседей в
тему, можно сказать, сегодняшней нашей темы. Извините за масло масляное. Если будет интересная история, мы с удовольствием вам подарим этот замечательный альбом, который, о котором диджей Фил нам расскажет тоже чуть попозже. Да, там интересный формат альбома. Да, есть. Не каждый диджей может себе, между прочим, это позволить. Просто даже в своей голове это придумать. И каким образом это пришло в твою голову, ты тоже нам чуть попозже расскажешь. А сейчас мы прервемся на, естественно, музыкальную часть нашей программы, потому что же все-таки прямой эфир. Понятно, что welcome show, понятно, что гость, но у нас еще есть музыкальная составляющая, и мы должны обязательно это компенсировать. Там будет что-то классное? Наверное. Я не знаю, что будет. Что будет у нас, дорогие редактора? Все ушли. Все ушли. Заснули. Ну, не страшно. Значит, посмотрим. Нам интересно знать, какой будет клип. Так, «Фактор 2», успокойся. «Фактор 2», отлично. Помнишь такую группу? Это моя любимая группа из самых нелюбимых. Ну что ж, я знаю этих ребят лично, между прочим, в 2006 году. И же «Руки вверх», да, по-моему, продюсировали? Да, и продюсировал Сергей Жуков и Виталий Мозер. Они нашли этих ребят в каком-то из клубов, по-моему, если не память не изменяет, в Германии. Вот, и Вова, и Илья, очень хорошие, на самом деле, ребята, они писали сами эти песни. И какая-то часть моей жизни, она связана с Сергеем Жуковым, ну, так или иначе. Давай без подробностей. Я хотела про «Фактор 2» рассказать, ну ладно. Я просто хотела сказать, что они хорошие ребята, но вот, к сожалению, сейчас их группа уже не существует, и мы можем только успокоиться с помощью клипа, с помощью того, что видео все-таки существует, и даже если группы нет, но видео есть, и оно живет, и будет жить вечно, давайте посмотрим. Приятной беседой мы просмотрели, мы с Филом просмотрели клип, даже не знаем, о чем он. Последний кадр, Илья под зонтом. Дорогие друзья, ну что ж, могу сказать, что, кстати, москвичей хочу поздравить с тем, что дождь наконец-таки закончился. Вчера весь день лил дождь, я хотела снимать свой чудесный, продолжать снимать свой чудесный клип. Я занимаюсь вокалом, я тоже пою. И у нас было в планах снять прекрасные натур-кадры. Не вышло. Ну, не вышло, потому что лил дождь, да. И пришлось съемки отложить, но ничего страшного. Зато я покрасила свои чудесные волосы, и сегодня я пристала в новом, скажем так, обличии. А у нас в гостях сегодня... Выглядишь отлично. Спасибо, диджей Фил. Спасибо. Между прочим, человек, который уже 6-й год подряд находится, так скажем, в музыкально-электро... Как это вообще назвать? Ну, это же Forbes. Ну, вообще, ну, не Forbes. Forbes все-таки по деньгам. Здесь больше за заслуги перед отечеством или мировым шоу-бизом. Да, это топ 100 лучших диджеев мира. Так, ну это можно сказать диджейский Forbes. Или ну, нет? Ну, не-не, Forbes, я говорю, он все-таки заслуги финансовые, финансовые, да? Так, а что, кстати, как финансы, а здесь... финансовые у диджея? Ну, пока нормально, вот хватило на билет до Москвы. На билет хватило, ну супер. А дальше не знаю питерский, как. Питерский, да? Да. А, кстати, тебе тут из Питера придают привет. Сосед, так, я их не знаю, раньше были времена, как друг друга, прости, что перебил. Привет Филиппу от Фил Фэмили. Да. Привет Питеру и Москве. Это наши. Фил Фэмили тоже большой привет. А что такое Фил Фэмили? Фил Фэмили это такая, назовем это, так, добровольческая организация. Так, еще так, одна? Которая воспаляет поддерживает диджея Фила? Нет, не воспаляет, нет. Когда надо, критикует, когда надо, поддерживает. Ну, то есть это люди, связанные с тем, ребята, да, они сами организовались, они существуют в разных городах России, мы встречаемся, периодически у нас такая штука есть под названием «Дружеское чаепитие». Когда я приезжаю, да, я приезжаю в город, мне нравится такой контакт, я понимаю, что я, когда я все время начинал заниматься этим, я понимал, что вот контакт с человеком, который мне нравится, он очень важен. И порой его обычно очень сложно найти. Порой еще люди достаточно спокойно относятся к этому контакту. Ну вот, там сверху они такие, ну, как что-то. И поэтому я понимаю, что это важно, и с удовольствием встречаюсь, и мы все садимся и пьем чай. Отлично. Я людей угощаю чаем, они приносят что-то сладкое. То есть такая технология. Ну и плюс вы беседуете, наверное, о твоем творчестве, ну, и во всем разных темах. ЖКХ, да? Конечно. Серьезно, ЖКХ и соседях. А давай мы все-таки поговорим с тобой об этом чудесном списке. Вот на протяжении 6 лет ты уже находишься в этом чудесном топ-100. Угу. И какое самое верхнее место было? Было 30-е место. В каком году? Это, по-моему, был второй год. И второй или третий год моего присутствия. Первый раз я был на 55-м месте, и второй или третий год это было 30-е место. А кто выбирает вот эти все места? Просто люди. Просто люди, да? Есть какие-то голосования? Есть. Происходит? Как раз я... Вообще это DJ Mag, это журнал британский, да. Самый известный британский журнал, который посвящен танцевальной музыке. И он раз в год, как все нормальные журналы, делает свой рейтинг. Да. Максим делает свой рейтинг, DJ Mag делает свой рейтинг. И здесь люди на данный момент заходят на Facebook,
и голосуют. Так как в России Facebook... Ну, это немножко такая, для такой, знаешь, на самом деле я вот для себя отметила, что Facebook, это такая аудитория Facebook, она образованная, она все-таки 25+. И она как бы такая все-таки интернациональная. Вот действительно, я не знаю, у меня в Фейсбуке нет каких-то поклонников детей, у меня в основном там друзья, а вот все, что касается, например, ВКонтакте и так далее, почему я это говорю? Ну, потому что до Фейсбука надо все-таки дойти, да. Дойти, каким-то дорасти, образом, каким-то да, образом, дорасти, дойти, понять, что тебе почему-то уже рамки контакта малы, и тебе нужно... Ну, короче, голосуют на Фейсбуке, так как, соответственно, аудитория там российская не такая большая, поэтому Россия после того, как голосование переместилось на Фейсбук, она начала немножко терять свои позиции, так как от России там еще есть Дима Алмазов, Бабина, Арти, Мунбим, музыканты российские. Я знаю. Они, соответственно, они тоже постепенно начали падать. И, ну вот, когда, может, Россия больше интегрируется в Фейсбук, если это произойдет так в ближайшее время. Мы начинали с тобой, я тебя увела, прости, мы начинали с тобой говорить все-таки об этом списке, угу. об этом топе. И ну, каково пребывать? Вот, кстати, здорово. Кто твои соседи по рейтингу, вот, по этому списку рядом стоящие? Кто-то из российских музыкантов, диджеев? Ну, в принципе, все российские примерно держатся там в одном месте. Начинается, по-моему, вот с 40-го места, угу. или 40-го, Дима Алмазов, Бабина на 40-м, потом 56-й или 7-й или 8-й Арти, потом я и еще там где-то. Вот. А вот, например, диджей Смэш есть там? Андрюша там нету. А почему? Потому что... Ты нашел, кого спросить, да? Я даже не знаю, почему. Я даже не могу сказать, наверное, конкретную причину. Почему. Конкретно... Я думаю, что ему это не очень нужно, потому что если бы он захотел, он бы там оказался бы. Он бы нашел бы возможности, силы, деньги, все что угодно, ну, чтобы получить результат. Я думаю, что ему он себя отлично чувствует на российской рынке. Сцене, да. А разве там нет Леонида Руденко? Это известно. Леонид тоже где-то. Тоже там, нет да. Леонида? А Цветков? Тоже нет. Вот. Все, кого я перечислил, Бабина, Арти, Мунбим, Фил. Ну, ты знаешь, вот твое имя мне могу, знакомо. Могу я еще... Бабину я знаю. Арти, я не в курсе, кто это. Это из города Энгельса, Саратов, и там недалеко город Энгельс. Вот. Нет, то, что не знаешь, я понимаю. Но он вообще, он очень сильно стрельнул несколько лет назад, уехал в Америку, сейчас там гастролирует, ну, то есть все хорошо. Мунбим — это из Нижнего Новгорода, очень талантливые ребята, которые реально талантливы, их очень уважают и в России, и за рубежом. Ну, это супер, что наши чудесные российские лица красуются в этом замечательном списке. Дорогие друзья, мы прямо сейчас будем смотреть следующий твой клип «Christmas Around». Ну, после поговорим о нем. Давай. Да, посмотрим сейчас. И внимайте, дорогие друзья, диджей Фил «Christmas Around» на Юмор ТВ в «A Welcome Show». Поехали. Снова здравствуйте, дорогие друзья! Вот так вот чудесно мы восседаем с диджеем Филом сегодня на чудесных барных стульях. И даже сегодня у нас в кадре появился стол. Это нововведение. Я уж не знаю, насколько оно будет перманентно в своем существовании, но я бы хотела, чтобы оно было перманентно, потому чтобы что это ставить. Удобно. Сюда можно поставить чашку, положить пульт от кондиционера, засчитать телевизор, тут, в общем, обложиться гаджетами. Это правда очень удобно и скажем так, это успокаивает как-то ум и речь, и вообще все то, что я хочу сказать, вот какая тот контент, который я приготовила, или он у меня готовится в процессе того, как я говорю, он как-то вот, в общем... Плавно выливается. Да, он плавно, плюс ко всему как-то вот это все структурировано получается, и как-то вот правильно, вот все идет вот как по маслу. А когда ты стоишь, у тебя то какая-то одна мысль, тут какая-то сразу другая. Ну, по-разному бывает. Но вот в данном случае сегодня и в ближайшее программе мне бы хотелось слушать именно это число. Зачем вот такую оду ему воспели, я так и не поняла. Просто это удобно, кстати. Дорогие друзья, с соседями можно за одним столом все-таки сидеть. Можно подключить, причем, мебельный салон какой-то, как компанию, в которой рекламируют, вот, конечно. Вот, удобный стол компании. Да, компании какой-нибудь. Березка, да, действительно. То есть это называется рекламная интеграция, дорогие друзья, с теми, кто не знаком с телевизионным маркетингом, вот, диджей Фил. Но диджей Фил работает, кстати, на радиостанции «Рекорд» уже больше 13 лет. Я думаю, что он ни одну рекламную
интеграцию в прямом эфире. Все столы продал. Говорил, и это просто необходимо для того, чтобы у радиостанции или у телеканала были деньги, кстати говоря. Но не забывайте нам звонить, потому что от ваших звонков много чего зависит. Сразу мы видим, какие у нас рейтинги. Вот вы пишете, я смотрю в группе ВКонтакте, все рассказываете свои истории. Давайте мы, может быть, немножко познакомимся, потому что я призывала людей рассказывать про истории соседей. О соседях, и в итоге не уделяем никакого внимания. Вот у Кристины Черник «Спокойные тихие соседи». Спокойные тихие соседи, и тут же опровержение. Я соседка ужас какая. Купила сабвуфер и каждый час играет меланхолию. Меланхолия — это моя песня, кстати. Представляете? Так, передайте привет Филу от Кати Румянцевой. Катюш, привет. Круто. Это что-то тут у вас какой-то лямур, тужура, или это я уже себе свое привертела? Знакомая. Знакомая, да. Значит, один раз соседи украли мою кошку, пришлось целую ночь искать. Оказывалось, что они решили, что их кошка спала. Они решили, чтобы их кошка поспала с их ребенком. Понимаете, да? Спорное мероприятие. Спорное мероприятие. Не в каждой стране позволят. Возможно, так, что ребенок увидел кошку и захотел забрать с собой, а кошка оказалась соседской. Есть очень, опять же, от Людочки чудесная длинная история о том, как воровали за сараем в деревне дрова, и хозяева решили просверлить дырочку в одном из бревне, забили его порохом каким-то образом. И взорвали, когда пришли. Да, и в общем, взорвали все это дело, когда пришел в очередной раз вор, в общем-то. И потом пошла вот такая мулька о том, что вор определен и тут же наказан, потому что, собственно, захотел своровать и получил по рукам. Главное, чтобы это обошлось без жертв. Такая есть история. И со мной произошла вот такая вещь. Как-то раз я гуляла под окнами соседей, там было день рождения, меня позвали туда. Они были уже в нетрезвом состоянии, отказалась на следующее утро открывать дверь, а там кусок торта лежит. Но я не стала его есть, добрые соседи. Ну, почему, кстати, не съесть? Так, значит, муки украли. Опять что-то про кота. Ну, вообще сейчас, да, дорогие друзья, может быть, это было бы вот 10 лет назад, да, ты открываешь дверь, а там у тебя лежит на тарелке кусочек торта. Ты бы, может быть, и съела. Вот сейчас что сейчас тебе там? Сейчас попроще, конечно. Сейчас попроще? А что тебе там в этот торт подмешали? Ты бы съел? Ну, вообще, я живу как-то без предрассудков, и поэтому, ну, стараюсь на не думать о таких вещах. Да, ну, в принципе, да. Я вообще тоже, дорогие друзья, призываю вас избавляться от стереотипного мышления, от предрассудков, потому что это все-таки какие-то ставят сразу рамки, страхи появляются какие-то ненужные, мы взрослые все люди. Добро к добру, зло к злу, деньги к деньгам. Не всегда, но хочется доверить. Я думаю, что все-таки главное позитивно мыслить, и мысль это все-таки материально. Сиддхартха Будда давным-давно доказал своим учением и так далее. И примером. Только стоит подумать о плохом, оно тут же приползает к тебе. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы в гостях. Я у себя дома, Фил у нас в гостях. Как мой сосед, вот мы с ним сидим и пьем одну чашку. На двоих. Надо раздобыть чай. На двоих. Кстати, да, сегодня вот праздник, я же уже говорила, Европейский день соседей, и между прочим, организаторы праздника убеждены, что этот день нужно отмечать, во-первых, оповестить своих соседей, во-вторых, собраться за одним столом, и очень важно, чтобы твой сосед принес что-нибудь приготовленное собственными руками из дома, вот в то место, где отмечают праздник. Что ты принес сегодня нам? Сумку, диск, белую рубашку, ноутбук, зубную щетку, это пасту. Это все несъедобно. Ну, паста нормально, можно есть. Ну, кстати, паста, да. Дорогие друзья, напоминаю, что альбом, который принес сегодня в честь праздника диджей Фил, мы будем с вами разыгрывать. И самая интересная и привлекательная история от человека, который напишет ее нам на стене ВКонтакте, получит этот замечательный альбом. Автограф. Вообще чудесно. Да. А прямо сейчас мы посмотрим клип «Ласковые усы шопинг». Я думала, усы только колются, а они, оказывается, бывают ласковыми. Поехали. Наша чудесная стена ВКонтакте пополняется историями из жизни людей, связанных с соседями. Есть твои, опять же, фанаты-поклонники, которые... Вот Татьяна Марьина передает привет Филиппу от Фил Фэмили, Самара. В каждом городе, как ты уже говорил. Ну, в таком...
многомиллионники, скажем так. И я бы сказал, что, ты знаешь, совершенно в разных городах все происходит. Mm-hmm. И есть Самара, где миллионники, и есть города, в которых 100 тысяч человек живет. Все равно есть кто-то, Слушай, это супер вообще. Это очень приятно, когда ты приезжаешь и ждут. Это приятно. Это всегда приятно, когда ты кому-то нужен. Привет Москве и Питеру, отличного эфира, и с соседями общаюсь очень хорошо, на этаже всех знаю даже. Вот это, кстати, удивительно для нашего сегодняшнего времени. Хотя для Москвы удивительно, для Самары вряд ли, я думаю, что как раз-таки там все нормально по этому поводу. Даже Новый год отмечаем вместе, все очень хорошие и добродушные. Надеюсь, когда в музыкальной школе играла на фортепиано, их не доставало. Татьяна Марьина из Самары. Я вот смотрю, у Татьяны уже аватарка с логотипом Sensation. Ты как человек, имеющий прямое отношение к электронной музыке и, скорее всего, к этому фестивалю, который проходит в твоем родном городе, расскажи мне, пожалуйста, подробнее. Я вот про Sensation знаю, что я бы чудесно могла в этом чудесном платье своем прямо сейчас отсюда прям поехать на Sensation и там зажигать целую ночь. Вот расскажи мне темные, скажем так, селянки, которые не имеют отношения, такого глубокого отношения к электронной музыке. Я ничего не знаю про этот фестиваль, кроме того, что он проходит раз в год в Питере, и что там реально очень круто, потому что все в белом, этот ультрафиолет, и там какая-то своя невероятная атмосфера. Говорю, смотри, мурашки. Мурашки побежали. Представляешь? Рассказывай. И действительно, когда ты стоишь один среди 25 тысяч людей, все действительно в белом, это и вот работает стробоскоп, и вот все это загорается, это действительно те ощущения, которые вызывают мурашки. И очень сложно вообще в жизни добиться вот такой истории, что ты и вокруг тебя люди в белом. И это очень-очень здорово. И даже не важно, где ты стоишь, потому что они везде. Везде тебя окружают люди в белых одеяниях. Вообще фестиваль проходит в Петербурге раз в год, но это мировой фестиваль, который запускают голландцы каждый год в июле месяце. И затем он идет, гастролирует по всему миру. 20 с лишним стран, по-моему, принимают у себя Sensation. Он проходит к нам, он, по-моему, приезжает только после Бразилии, то ли еще что-то. Это декорации, которые увозятся. То есть не то, что мы сами строим эти декорации. Это декорации оригинальные, которые запустили в Голландии. Они прям гастролируют? Да-да-да. И они поехали на... Каждый год они новые, конечно. Да, каждый год делают новое шоу. Это шоу называется Into the Wild, которое будут в этом году делать. И история, почему люди в белом, на самом деле пошла от того, что изначально это была некая акция, посвященная погибшему одному из участников промо-группы. И люди собрались на мероприятие, почтили его память, пришли в белом. И это потом, стал такой уже добрый, потом это, грубо говоря, да, стало какой-то небольшой традицией, потом это превратилось в некий коммерческий фестиваль. Впоследствии, кстати, появился еще и черный вариант. Sensation, ну, это такой готический, он, да? Он не готический, но он достаточно агрессивный, да, там играет хардстайл и достаточно жесткая музыка. А играет хаос-музыка, веселая. В этом году к нам приезжает Мартин Гаррикс, это человек, который в прошлом году сделал трек Animals, который звучал просто везде, даже на всех радиостанциях России, где танцевальная музыка вообще никогда не звучала, он зазвучал на первых местах, то есть... Ну, у нас на Радио Рекорд есть программа «Суперчарт». 41 неделю он уже держится. 41 неделю. И еще до сих пор. Да, это такой феноменальный результат. И это паренек, ему 17 лет было, видимо, в прошлом году. Нет. Сейчас уже, видимо, 18. Ну, уже 19. Можно, да, уже можно и приехать в клуб. Вот он будет быть Ники Ромеро, будет наш российский Матис Сарко. Они являются хедлайнерами, эти люди? Вообще, есть ли у вас там хедлайнеры или звезды попроще? Ну, в данном случае, наверное, хедлайнеры – это Ники Ромеро и Мартин Гаррикс. Это два самых известных лица из этого лайнапа. Есть вот российские ребята, Мати Садко. Я думаю, что будет еще другой танцпол, где будут еще принимать участие российские музыканты. Мы с Лешей Цветковым будем вести прямой эфир. Будем озвучивать, рассказывать. Я скажу, что лайнап — это просто список очередности артистов. Просто очень многие могут не понимать, что такое лайнап. Ну, хотя, мне кажется, английский знают уже все. И что такое лайнап, нетрудно догадаться. Список артистов. Да, уже, по-моему, в 6-й или 7-й год проходит фестиваль в России. Я два раза принимал в нем участие. Играл, выступал на самом первом фестивале, потом на следующем. И вот сейчас мы с Лешкой ведем уже очередной раз эфир. Будешь вести трансляцию? Буду орошать, да, своим голосом все города, которые будут слушать нас. Я думаю, Feel Family твоя будет просто на седьмом небе отчасти во всех точках нашей любимой родины. Мы прервемся на рекламу и позже продолжим. Ну что ж, дорогие друзья,
друзья, welcome show подходит, можно сказать, к своему логическому завершению. У нас, правда, еще есть 20 минут, но с Филом мы попрощаемся, наверное, уже в следующей студии, потому что человек занятой, нужно бежать по своим следующим... Так, кстати, в Ярославль еду сейчас. Да что, что там у тебя? Я буду выступать, там будет фестиваль «Вспышка», и я поеду. Ой, а давай, кстати, пригласим, может быть, кого-то, кто смотрит нас из Ярославля, нас много где смотрит, поэтому, может быть, озвучим какое-то событие, которое сегодня ты там будешь презентовать. Во-первых, можно пригласить всех, кто живет в Ярославле. Во-вторых, так как Ярославль находится недалеко от Москвы и вообще очень много городов с Подмосковья, которые, в принципе, недалеко, поэтому я рекомендую всем в Ярославль сегодня ехать, а завтра я там буду выступать. Поэтому локейшн какой конкретно? Где будешь выступать? Это надо посмотреть. Центральная площадь? Вот там фестиваль «Вспышка», но можно найти, наверное, в интернете, просто зайти куда-нибудь, и я не помню, как называется. Северный город, он так называется, как какое-то место. Могу ошибаться? Ну что ж, дорогие друзья, все, кто живет в Ярославле или кто так или иначе недалеко находится от Ярославля, мы вас с Филом приглашаем. Завтра он играет на фестивале «Вспышка». Видимо, вот диджей Фил пьет чай, а моя рука в этот момент говорит, никто не хочет переключить камеру. Это же юмор-то в этом. Должно быть смешно, правильно? Конечно. Никто не хочет переключить камеру, и ты такой пьешь чай, ты знаешь, уже... Я говорю, оператор куда-то пошел, ну ладно. Все люди. Все же люди. Все люди, ну, в общем, человеческий фактор, друзья, вот он все равно всегда имеет место быть, не забывайте об этом. Ну что ж, мы сегодня разговариваем с соседей. Кстати, знаешь, давай, пока ты не ушел, мы, может быть, подарим тогда уже диск. Я еще хотел очень важную вещь сказать. Давай. Про соседей. Это то, что танцевальная музыка, она очень сильно зависит от соседей. Потому что все мероприятия, во-первых, жилые дома, так, которые очень легко могут прекратить любую вечеринку. Во-вторых, когда это проходит open-air, любая бабуля может позвонить, и любой open-air закроют. Так. Поэтому в рамках танцевальной музыки, громко звучащей по ночам, конечно же, нужно дружить. С соседями нужно дружить. Вот основная моя мысль. А еще, как бы скажем так, вопреки твоему мнению, я бы хотела немножко опровергнуть его, потому что я считаю, что если у соседей классный вкус, и они, например, слушают Deep House, то они могут привить вам классный вкус, дорогие друзья. И очень часто соседи вот в данном случае могут быть и полезны для того, чтобы расширить ваш музыкальный кругозор. Поэтому... Ты за громких соседей. Я не за громких соседей, я за соседей, пусть и громких, но с хорошим вкусом, скажем так. Хорошо, поговорим. Чтобы он совпадал с моим, или чтобы, возможно, их вкус мог как-то быть полезным мне, для того, чтобы мне привить какие-то, возможно, вещи. Но скажем так, что в 30 лет уже все давным-давно привито, и разве что такие, как диджей Фил, иногда приходят и чего-то так. Я думаю, знаешь, что было бы хорошо? Если бы за стенкой жила бы семья, и мама бы укладывала, например, своего ребенка, читала бы ему сказку. И тебе не обязательно бы своему читать ребенку сказку, то, что его кладешь, и он слушает сказку, которую говорят там за стенкой. Ну, тогда стены должны быть из листов папиросов. Да, и у нас в Петербурге так. У вас такие стены? Да, бывают. Двухсантиметровые из ДСП, наверное. Живешь в шалаше, ну что говорить? Как Ленин. Человек зато, вы понимаете, в топ-100 находится, в крутом списке, как он называется? DJ Mag топ-100. DJ Mag топ-100, да. Но живет в шалаше. Ну вот так, друзья. А зачем привыкать и привязываться к чему-то хорошему? Зачем? Нужно вести максимально простую жизнь, как Лев Толстой. Поехали, мы смотрим Ольгу Полякову. Мы с тобой прощаемся. Да. Нехотя. Давай все-таки тогда пожелаем и определим, кому мы дарим диск. Мне понравилась там вот позитивная смс-ка, позитивное сообщение про Новый год вместе, всех соседей знаю. Это, по-моему, это была или Самара, или кто-то да, там. Да, это Самара, это как раз, ну это не связано с тем, что человек из Feel Family Самара. Да, совершенно. Это совершенно с этим не связано, но я думаю, что... Это позитивная, хорошая смс-ка. Да, где не было никаких пиротехник. Кто не взрывал людям. Я бы, честно говоря, не знаю, если бы вот у меня воровали бы дрова, решил ли бы я сделать такую пакость, взорвать очередное полено в руках у злоумышленника. Во-первых, это жестоко, во-вторых... Это противозаконно. Как вдруг минимум. Это твой сосед, с которым ты по партии, понимаешь, да, все, что угодно, может просидел быть. В школе. А вот, да. Например, кто-то пишет, что Окси, я скучала по тебе, милая моя Дани, я тоже. Так, у меня соседка, с которой мы очень дружили в детстве, у нас еще просто есть 2 минуты, мы сейчас немножко почитаем, но она уехала уже как 4 года, дома ее нет, скучаю без нее. Дома, в смысле, видимо, в том доме, в котором вы живете. А у моей есть. Девушки соседи сверху любят поздно ночью сексом заниматься и очень-очень громко. Вроде и любовь, но за это их ненавидишь.
потому что, наверное, засыпаете Николай Санников в одиночестве, поэтому ненавидите. Есть же еще соседи по коммунальным квартирам, это же вообще совершенно отдельная история, о которой мы поговорим в следующий раз. Ну, кстати, спасибо тебе, я продолжу эту тему, немножко разовью, потому что у меня, к сожалению... Я жила в коммунальной квартире, в глубоком-глубоком детстве. Ну что ж, дорогие друзья, есть еще, вот опять же от Николая, в обычных квартирах сосед с дрелью в частных домах с газонокосилкой. Ну это правда. Да. Начинают жужжать. Но он может быть очень красивый мужчина с газонокосилкой такой. Мышцавый, накачанный. А как мы сможем получить диск, вернее, отправить диск Татьяне Марьиной? Вот я вот сейчас думаю, если она у нас выиграла диск. И она в Самаре. И она в Самаре. Какие есть варианты? А вариантов нет. Я не знаю, мы, наверное, это решим после... Это несложно, по почте отправить. Надо домашний адрес, все. Да. Ну, ты будешь этим заниматься? Вообще не проблема, конечно. Серьезно? А, совершенно. Слушайте, Татьяна, давайте вы тогда пришлете нам в группу ВКонтакте ваш домашний адрес и как-то по почте отправим. Вообще не проблема. Собственноручно DJ Фил заручился, уже сказал об этом, отправит, потому что мы не отправляем свои подарки, у нас вот, ну, есть такой пунктик, разыгрывай диск. Если что-то мы разыгрываем, то обычно к нам приезжают, да, если это из Москвы, и у нас были какие-то такие истории, когда приезжали чьи-то сестры, братья в Москву из другого города, заезжали, к нам сюда забирали эти кепки от группы «Хлеб», и как-то так это происходило все. Вот, но если ты сам отправишь, это будет супер, я думаю, Татьяна будет очень рада. Напишите ваш адрес. Ну что ж, мы, наверное, попрощаемся с тобой, и ты можешь пожелать смело всем зрителям то, чего не договорил, не дожелал. Ну, во-первых, мне было приятно сегодня соседствовать с тобой здесь. Мне тоже. Спасибо большое. Жмем руки. Да. Во-вторых, что касается соседей, то, наверное, все хорошо. Главное, чтобы вы по выходным... Так, а в какую камеру смотреть? Сюда или сюда? А вот смотри, ты видишь? Вот сюда, вот сейчас в эту камеру, да. Крупный, значит, план – это вторая камера. Вот, значит, главное, чтобы соседи по выходным не мешали отдыхать. Я думаю, что это самое главное. Рабочие будни, хорошо. Дрель, все окей. В выходные все-таки человек психологически настроен на отдых во всех смыслах этого слова. Поэтому, друзья, может, чтобы по выходным соседи не мешали, а в остальном живите с миром, и все у вас будет хорошо. И будет у кого соль взять, может быть, даже 50 рублей на метро. Все. Ну что ж, а я тебе, в свою очередь, желаю творческих успехов. И я желаю, чтобы в этом топе Макс 100 ты добрался до... первого места. Верхних позиций. Ну, до верхних позиций, хорошо. Но я перфекционист, как мне сказал один мой хороший ведический астролог. Вы перфекционист, но разумный идеалист. То есть, как бы, без какого-то фанатизма. И поэтому лучше себе все-таки ставить такую цель, когда ты понимаешь реально, что ты можешь добраться. Я думаю, что ты можешь добраться, и все будет классно. Желаю на твоем поприще тебе только вдохновения творческого, больше этих высот завоеванных, и чтобы вокруг тебя всегда были люди, которые тебя любят, правильные соседи с хорошим вкусом. А если уж таких нет, ну, прививай им тогда свой хороший вкус. С нами был в гостях диджей Фил, мы с ним попрощались, уже он с вами прощается, и мы прерываемся на Ольгу Полякову, и после встретимся. Russian Style на Юмор ТВ.